совещании мы анализировали ситуацию с оплатой участием администрации города в содержании муниципального жилого фонда и тех нежилых помещений, которые также принадлежат администрации. По результатам этого анализа установлено, что в муниципальной собственности находится 4409 квартир, по которым на 2882 квартиры заключены договоры социального найма. Значит, предоставленная информация о заключении договора с фондом капремонта на 2018 год, о заключении аналогичного договора на оплату взносов капитального ремонта на 2019 год, информация не предоставлена. То есть заключен этот договор или не заключен? Должны были заключить и участвовать, соответственно, все дома, где есть муниципальное имущество, должны ощущать поддержку муниципального образования. Принимается, да, если сейчас денежные средства, будет заключен договор, денежные средства будут перечислены. То есть в полном объеме и в текущем режиме, не ожидать накопления в данном случае. Да. Это касается и фонда капремонта, и управляющих компаний, связанных с тем, чтобы текущая деятельность связана с уборкой, освещением и так далее, чтобы все эти вопросы были на контроле. Да.